не сильно? Нет. Точно? Угу. Точно-точно? Точно-точно-точно-точно? Точно. Доставляет тебе какой-то дискомфорт? Нет, но когда-то она давит, но мне приятно с ней. Я уже привыкла очень сильно. Очень сильно привыкла. Она к ней, да, ее там снимает, когда покушать, потом одеваю и уже немножко давит, а так я ношу целыми днями и привыкаю. Тебе она нравится, эта твоя пластиночка? Да. Нравится. У нас на приеме Лизонька, которая лечится на съемном аппарате на верхней челюсти. Лечение составляет 1,5 месяца. При внешнем осмотре мы видим, что за это время у Лизы улучшились лицевые признаки, нижняя челюсть выдвинулась вперед, губки красиво смыкаются, профиль намного-много стал лучше. Смотрим в полости рта у Лизоньки. Аппарат у Лизоньки фиксируется хорошо, фиксация, стабилизация хорошая. Открываем. Протрузия зубов уменьшилась, наклон зубов. Наблюдается положительная динамика. Кооперация ребенка очень хорошая. Ребенок мотивированный, носит пластиночку 24/7. Лиза у нас молодец. Верхняя челюсть по трансверзали тоже хороших размеров стала. Формируется первый класс у ребенка. Условия для смены зубов создаются хорошие. Проводим активацию вестибулярной дуги. Точно. Ты мне вот кажется, вот здесь вот ты завтра прибежишь. Ну-ка, открывай. Чуть-чуть подослаблю. На зубки. Открываем раз в неделю же, да, замочек? Mm-hmm. Да? Лизоньке все хорошо. На контрольный осмотр мы ее ждем через месяц. Рекомендации полученные нужно выполнять. Да, Лиза? Mm-hmm. Будет у нас все замечательно. Так, расскажи, пожалуйста, пластинка доставляет тебе какой-то дискомфорт? Нет, но когда-то она давит. Ну, мне приятно с ней. Приятно с ней? Угу. Я уже привыкла очень сильно. Очень сильно привыкла. Она к ней. К ней. Сроднила с ней, да? Когда ее там снимает, когда покушать, потом одеваю и уже немножко давит, а так я ношу целыми днями и привыкаю. Угу. Давит на зубки? Угу. Это лечебный процесс. На десенку нигде не давит? Угу. Тебе она нравится, эта твоя пластиночка? Да. Нравится? Да. Еще раз. Ага, есть немножечко еще. Еще все-таки у нее, несмотря на то, что ну, 1,5 месяца мало для исправления инфантильного типа глотания, первый раз она сглотнула хорошо, как надо, а второй раз немножечко у нас мышцы дополнительные участвовали. То есть поэтому пластиночка у нас еще будет сохраняться в полости рта.